Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам. Сегодня будем делать с вами решетку, вернее, москитную сетку без решетки. Москитную сетку поставим вместо решетки. Не хочу я портить окна, просверливать их с этой стороны. И ставить саму решетку. И не более, ее нужно заказывать и покупать. Для этого нам понадобится самая простая москитная сетка, которая стоит 100 рублей метр погонный. Вот как раз мне здесь на два окна хватит. То есть затраты мои 100 рублей. $2. Складываем ее вдвое и разрезаем напополам. При помощи канцелярского ножа. Получаем 2 кусочка. Теперь нам необходимо вытащить саму уплотнительную резинку. Делаю это при помощи рук. Вот она вот так вот аккуратненько вытаскивается. Вот так вот выглядит резинка. То есть здесь вот такой гарпунчик получается, он вставляется в паз, и это сама уже получается уплотнение. Выставляем сетку ровненько, берем нашу резиночку и наживляем. Она хорошо вставляется. Сетку сверху вставили, теперь ее натягиваем ровненько, чтобы было. Наша резинка уплотнительная, на ней виден сгиб. Натягиваем его до сгиба и вставляем. Немножко поможем при помощи отверточки вставить в паз. Как видите, хорошо натянуто. Теперь можно просто утапливать саму резинку. Она вот при помощи рук также хорошо утапливается. Но в некоторых местах, может быть, и придется подправить при помощи той же самой отверточки. Резинку будет правильнее подтапливать с вот этой стороны. То есть вот так вот отжимаем немножко. И вот пошли. Она хорошо вставляется. И поджимает саму сетку. Одна сторона у нас уже готова. Вот так это все выглядит пока. Снизу поступаем также, натягиваем. Видим изгиб. И как раз его выставляем. И проходим полностью. Единственный момент, когда подходишь к концу, резинка немножко удлинилась. Ее нужно будет немножко укоротить. Теперь аккуратненько при помощи канцелярского ножа подрезаем. Все готово. Как видите, сетка хорошо натянута. Вот так это выглядит с улицы. То есть видим, сеточка у нас. Никаких лишних отверстий, ничего нету. Надеюсь, кому-нибудь пригодится и будет полезно. Если понравилось, обязательно палец вверх. Ну и до новых встреч. Пока-пока.